Всем привет, котята, меня зовут Лана. И поскольку мы с Евой и Ульяной прошли в челлендже «Горячая свинина» уже все карты свинины, вышедшие на сегодняшний день, вы предложили в комментариях, чтобы мы начали играть в «Горячий бекон». Тем более, там есть какой-то ивент с Таносом, где нужно на всех картах что-то найти. В общем, я думаю, что это отличная идея, так что давайте начнем. Итак, это какой-то ивент метеоритов, серьезно? В общем, тут дело в том, что доктор Свайн, вы, наверное, знаете его по другим частям бекона, пригласил в эту вселенную Таноса, чтобы ее разрушить. А нам нужно найти 9 ножей, чтобы разблокировать скин Таноса. И, знаете, я, в принципе, не против все равно проходить все карты против бота с самого начала. Поехали! Естественно, мы выбираем первую главу бота и начинаем. И давайте посмотрим заставочку, я давно не была... Чё, это я? В общем, бекона не было в школе всю неделю, почему я серая и прямоугольная? Я надеюсь, бекон в порядке, я надеюсь, я в порядке. Где мои ушки? Ну, в общем, да, тут кого-то... Что? Я так и играть буду? Не, ну, чего? О боже, привет, девчонки, это я, мне кажется, они мне не верят, привет, у меня там над головой должно быть написано, хотя я не уверена, пойдемте, ну, челлендж так челлендж, надо его выполнять, вот только не в таком же виде, господи, по-моему, Ева, перестань надо мной смеяться, по-моему, она смеется надо мной, смотрите, она просто прыгает, о, бекон уже проснулся, ну вот, пока вы смотрели на мой скин, уже бекон здесь. В общем, ладно, хорошо. Я сегодня буду вот таким вот парнем. Зато нашла зеленый ключ. Ева, перестань надо мной смеяться. Это не смешно. Вон лучше, вон бекона води за это. Давай води бекона. Все, я ушла, а ты там бегай с ним. Ладно, хорошо. У меня есть зеленый ключ. Осталось найти, какую дверь он открывает. Вот уже. А где бекон? Девчонки, никто не возит бекона, что ли? Да вы чего? Это же главное в этом челлендже. Горячая свинина, горячий бекон. Кто-то должен водить вот это самое горячее и передавать другому, чтобы мы могли выбраться. Ну, я лом нашла, но мне нужно сначала найти, куда применить зеленый ключ. Ульяна тащит фиолетовый. Кстати, в беконе, по-моему, он открывает вот этот лиловый ключ, открывает фиолетовые замки. А вот сюда, да, вот сюда нам нужно поставить какую-то... полулестницу. В общем, я не знаю, что нам делать. Давайте пойдем вниз, еще раз попробуем найти ключ. То есть дверь. Или ключ. Что-нибудь, пожалуйста. Вроде как эта карта не должна быть сложной, поэтому я надеюсь, что мы справимся. И я вот... Я не могу на себя смотреть. О, там книга лежит, надо запомнить. Ага. Еву гоняют. Еву гоняют кругами. Ну ладно, хорошо. Ульяна нашла что-то полезное. Я даже не знаю, что это. Похоже на конфету. Какой-то подвал! Я ни разу здесь не была в подвале. Но, по-моему, да, тут уже все забрали, так что мне сюда, в принципе, и не нужно. По-моему, судя по всему, это не конфета, скорее всего, это код от двери, потому что, ну, что это еще может быть? Ладно, а мы с вами пойдем смотреть, что еще я могла упустить. Вот здесь я, по-моему, не была. Синяя книжка. И снова ничего. Возможно, дальше... Очень тяжело проходить этот челлендж, не зная карт. Ага, гаечный ключ. Давайте, наверное, я его возьму, оставлю здесь зеленый, потому что я понятия не имею, что открывается зеленым ключом. Давайте сначала откроем гаечным все, что можно, а потом уже, ну, либо я, либо кто-то из девчонок заберет зеленый. Отлично. А, вот оно то, что открывается. Вот она, зеленая дверь. Я пошла наверх. А, нет, надо еще главную дверь открыть, а то сейчас бы... Отнесла этот гаечный ключ, никто бы его не нашел, мы бы не сбежали. Так, отлично. Есть. Ну что, пойдемте наверх. Мне нравится, что Ева водит бекона вокруг диванов. В этом что-то есть. Ладно, вот где-то здесь у меня лежал вроде бы мой зеленый ключ. Сейчас я его возьму. Осталось только потом найти дверь, потому что это тоже довольно сложно, когда вы пытаетесь найти дверь, которую... А, по-моему, вот там. По-моему, вот там. Давайте проверим. И... Есть! Отлично! Здорово! Так, ну, уже лучше. Оранжевый ключ. Красный ключ. То есть... А, вот это была оранжевая дверь. Бекон, не надо идти сюда идти. Или это не была оранжевая дверь? На этой карте вообще есть оранжевая дверь? Ладно, давай, продолжай. У тебя отлично получается. Води бекона дальше.
В общем, мы, по-моему, эту карту пройдем только из-за того, что Ева водит бекон. Конечно, мне стоит у нее как-нибудь его забрать, но я даже не знаю. Может быть, как-нибудь в другой раз. Она смеялась над моим скином. Зачем она смеялась над ней? Так, ладно, отлично. Открываем вот эту вот штуковину. Хватаем голубой ключ, потому что он там внизу тоже был. И я сейчас попробую его найти вроде как... А в эту сторону вообще? Или не в эту? А в какую сторону? Нет, тут... Тут тупик, да, я так и знала. Просто я помню, что зеленая комната подсвечивалась зеленым светом. Вроде как. Ну, мне так показалось. Ага, да, смотрите, вот она светится. А вот и голубая, Ульян со мной. Мы что, гараж открыли? Ого, шикарно. Возьму золотой ключ. А, где-то здесь, кстати, или на втором. Да, а, боже, прям в бекона чуть не вписалась. Это было бы не очень здорово, потому что мы же пытаемся пройти челлендж все-таки. Так, ладно, сейчас, где... А, вот здесь эта штука, отлично. А что, шокер? Ну, ладно, в принципе, мы можем пойти. Так, тут еще вот лом. Я не знаю, взял его кто-то или нет. Но на всякий случай я запомню, пойду дам Еве немножко передохнуть. Мне кажется, у нее уже ножки устали убегать от бекона. Бекон, иди сюда. Иди сюда, бекон. Как непривычно смотреть на себя без хвоста. Кто бы знал, кто бы знал. Просто кошмар. Бекон, привет. Получай, отлично. Так, у меня почему-то стал красным вот этот вот шокер. Но это не важно. Наверное, он просто немножечко разрядился, я надеюсь. Я схватила оранжевый ключ, тот, который мы использовали уже давным-давно. Бедняжка, да, не дали ей поиграть. Ну что, смотрите, там уже, по-моему, Ульяна лестницу поставила. Вряд ли это была Ева, потому что Ева все время бегала внизу. Значит, нам нужны книги. Нам нужно найти две книжки. Я думаю, что шокер я поменяю. Где-то одна была внизу, я ее даже запоминала. Где-то на повороте убегает бекон. Давайте еще раз попробуем. А, я промахнулась! Прости, Ева, прости, пожалуйста. Я хотела дать тебе еще немножко отдохнуть. Мы взяли все три книги и побежали, но это не так просто. В общем, оставлю здесь шокер. Надеюсь, Ева будет пробегать, заберет его. Там вроде один патрон еще оставался. Отлично, отлично. Ей нравится, по-моему, знаете, ей нравится убегать от бекона. Она такими прыжками уходит. Возможно, она поэтому и предложила этот челлендж, чтобы мы это сделали. Так, отлично. У меня и у Ульяны есть книги. Есть по одной книге, поэтому давайте их поставим. И где-то нам нужна еще третья потом. Отлично, давайте пройдем. Это нож? Подождите. Это что? Это тот нож, который надо было найти, а его можно взять как-то? А, нет. О, Ева вырубила бекона. Так, ну серьезно, подождите, а это считается, что я этот нож забрала или нет? Я не понимаю, давайте пойдем посмотрим, что у нас тут. А, тут у нас просто лестница, но это не то, что мне нужно еще одну книгу найти. Еще одну... Бекон там стоит, девчонки прыгают. Это круто, это здорово. Без них никогда бы этого не прошло. О, зеленая книга, отлично. Вроде как это ее не хватало. Или синий? Не понимаю. Давайте пойдем все равно посмотрим. Нет, вот смотрите, красная светится, синяя светится. Их поставили, зеленую не поставили. Я ее ставлю, открываю, забираю главный ключ. И девчонки побежали. Главное вот, да, куда-нибудь вот так спуститься. Так, Ева, так, ну что, о боже, бекон прям за мной, не успею открыть на этом повороте, надеюсь, девочки не сильно обидятся, они видели ключ под цвет меня, да, сейчас, подождите, я попытаюсь это сделать, да, Ульян, сейчас я открою дверь, девчонки, о боже, прям здесь бекон, так, я убежала, но я надеюсь, что они тоже уйдут. В общем, я считаю, что челлендж пройден, хотя всегда я дожидалась, когда девчонки убегут первыми, но мне кажется, что они тоже убежали, они потом мне об этом скажут, просто я не знаю, перепроходить карту из-за того, что я случайно выбежала в дверь не в то время, они были все рядом, и мне кажется, им не составило труда убежать от бекона, тем более они гоняли его все, я не знаю, сколько мы, 8-9 минут играли, все 9 минут девчонки отлично с этим справлялись. Итак, а мы давайте с вами продолжим, потому что у нас на очереди еще и следующая карта. И давайте еще на кое-что посмотрим. Здесь вот есть прогресс. Да, я нашла один нож. Один нож из 9. Ну что, логично, сколько карт в беконе, столько и ножей. Поэтому мы сейчас отправляемся на следующую в библиотеку и попробуем разобраться с ней. Итак, девчонки, давайте. О боже, мне скин вернулся.
вернули, вот это шикарно, смотрите, а, наконец-то, мороженка, ушки, хвостик, все на месте, нож за спиной тоже неплохо. Так, ищем предметы, ничего пока что здесь нет. А, это просто проход мимо красной двери, вспоминаем, что она здесь. В общем, у нас с девочками было две неудачные попытки сбежать от бекона. Один раз мы не нашли последний серый ключ, просто никак не могли, о боже, он прям здесь появился. А, так, возьму-ка я вот этот ключ. Оранжевый, вроде здесь рядом дверь. А, о нет, Ева, давай, Аба, ты будешь сегодня водить бекона, ну давай, води. Или я его немножко повожу. Ну давайте, ладно, я немножко повожу, ну мне надо дверь открыть, так что тоже забирайте там его, пожалуйста. Этот бекон пережаренный, никому не нужен. Так, идете? Все, здорово. Так, отлично. Нет, не отлично, я боюсь открыть, потому что сейчас я сбегу от него. Боюсь открыть, потому что иначе я попадусь. Мне кажется, что он просто меня не упустит так легко. А, вот я бы его уже увела, здорово. Так, отлично, открываю. И что тут должно быть? Тут должно... Ага, гаечный ключ, здорово. А, ага, эту штуку он открывает не здесь, где-то в другом месте. Где-то в другом месте, по-моему, внизу он еще открывал какую-то... Мне кажется, он мне сейчас абсолютно бесполезен, потому что мне нужно будет открыть еще... Или еще на третьем что-то, я не помню. Я совершенно не помню, давайте попробуем посмотреть, что тут вообще есть. Что это за карта? Ой, лампочку уже вставили, тут точно нужно вставлять лампочку, это я знаю. А, кстати, это карта, на которую вы попадаете чаще всего, когда играете с другими ребятами. Голубой. Голубой, а, вот это голубая дверь, все правильно, он мне не нужен, а, хорошо, что я не стала его брать. Так, а здесь у нас что? А, ничего, вот лампочку поставили, так что мы просто отсюда уходим, я сделала зачем-то огромный круг. А, ладно, это все из-за того, это что за ключ? Красный? Хм, а он мне нужен вообще? Давайте попробуем использовать. Так, секундочку, вот здесь, да, его еще не использовали, отлично. Так, и доска. Доска мне, кстати, тоже понадобится. Очень надеюсь на это. Пойдемте поставим доску. Она у нас вроде на втором этаже. На втором этаже около той компьютерной комнаты. А, тут очень легко запутаться. Девчонки, подождите, а кто водит бекона? А чё вы обе бегаете? Кто? А, вот и бекон! О боже, так, ладно, хорошо. А, я теперь вожу бекона. Ну, давайте побегаем с беконом и с деревяшкой. Почему бы и нет? Так, кто-то там пошел все открывать. Не, я не хочу с ним бегать. Я сюда спускаюсь, пойду возьму вот этот вот ключ, потому что он как раз нужен там, где деревяшка. Вы эту деревяшку ставите, а потом можете открыть одну штуку. И где-то еще вроде на первом этаже. Надо посмотреть, кстати, по вот этим вот проводам. О, вот, отлично. И второй на втором этаже. Пока что вроде справляемся, осталось 6 минут. Знаете, не верьте тому, что эта карта легкая. Что-то мне она легкой не кажется. Мы первую карту гораздо легче прошли. Там бекона водишь по первому этажу, и все, и никаких проблем. Все отлично. Так, что еще надо делать? Что еще надо открыть? По-моему... О, смотрите, я нож нашла! Здорово! По-моему, он вот так вот работает. Вы просто по нему бегаете, получаете. Так, Ульяна открыла золотой сейф и нашла там вроде как шокер. Надеюсь, он ей пригодится, а мы пойдем, не знаю, наверх. Там точно должно быть что-то, что я упустила. Ну или же я сейчас снова сделаю вот этот кружочек, потому что у меня нет лилового ключа. А как я не заметила этот провод? Как я его не заметила? Я туда вообще не смотрела, что ли? Это же очень важная штука, которая нам нужна для того, чтобы вообще сбежать. Тут все штуки нужны для того, чтобы сбежать, кроме шокера, который вы так только чуть-чуть иногда используете. Так, где? Где? А, вот там вот. И нужен будет еще один, да, еще красный, да, ну, это логично. Это логично, где красный, я не знаю, 5 минут на то, чтобы сбежать, а мы этого пока что еще не сделали. Так, чего вообще еще осталось найти? Я, правда, не знаю, почему эту карту назвали легкой, а здесь слишком много лабиринтов, и бекон не всегда... А вот здесь, кстати, лежал фиолетовый ключ, но, по-моему, его кто-то увел, скорее всего, Ульяну, потому что Ева занимается беконом, и Еве это очень нравится. Так, здесь, ну нет, вот здесь ничего. Может, я просто что-то не замечаю? Может, я... О, Ева нашла шестеренку, ладно, погонять бекона, что ли, давайте сейчас попробуем. Бекон, иди сюда, отлично, отлично, так, получилось, и давайте вот так теперь его отпустим, чтобы была возможность еще посмотреть какие-то предметы. Единственное, что здесь легко, это убежать от бекона. Он все время, так, подождите, там не отколочено, нам еще нужен лом. Так, бекон ушел вниз,
пойдемте, наверное, искать лом. Я помню, что в прошлом раунде где-то был лом, и его вроде как уже использовали в этот момент, а здесь я его вообще не видела. Так, вот тут я вроде... Ну, тут я видела голубой ключ, он уже использован, чтобы открыть вот эту дверь. И больше, наверное... Лом! Серьезно? Обалдеть! Вот это... Я просто шла за ломом и такая... О, лом! Отлично! Это здорово, это здорово. Пойдемте спустимся через верх. Я так сразу попаду к главной двери и смогу ее отколотить. Мы сможем сбежать. Ага, тут уже открыли, а тут ничего нет. Но где-то остается красный проводок. Мы его так и не нашли. По-моему, это последнее вообще. И еще, конечно же, серый ключ. Но... Я даже не знаю, может кто-то уже нашел, я очень надеюсь на это, девчонки, я очень надеюсь, что вы нашли, где дверь, вот дверь. Так, я ее сейчас отколочу, давайте. Каждую доску отдельно, что ли? Ага, отлично. Нет красного провода, нет еще одного провода. Я только что сказала одно и то же. Нет красного провода, нет главного ключа, вот что я хотела сказать. В общем... Бекон где-то рядом. Здесь тоже ничего. Здесь тоже ничего. Девчонки, я вообще не знаю, как мы выберемся, но не хочется проваливать челлендж. Мы ж вроде-то классно играем. Так, ладно, ну чё, где там бекон? В общем, не знаю, что происходит. Что? У Евы уже ключ? Подождите, они что, все сделали, что ли? Так, секундочку, и красный провод стоит. Что, серьезно? И Ева уже убежала? Отлично, так, Ульян, давай выходи первой, не будем повторять прошлую ошибку. И теперь я. Девочки убежали, я убежала, челлендж выполнен. Мы прошли, кстати, еще собрали нож Таноса, вот он здесь. У нас теперь есть два ножа, и, в принципе, 23% выполнено. Вполне себе неплохо. А я думаю, что на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока!